Всем привет! Вы на канале Смекалистый. Это Виталик. Вы его знаете как дрифтера, водитель которого часто заносит в профессиональном автоспорте. Если вы еще на него не подписались, то обязательно подпишитесь. А сегодня тема нашей встречи — вот этот автомобиль BMW M6. И я о ней не буду ничего говорить. О ней будет рассказывать Виталик, потому что никто, как владелец, не скажет вам ничего больше и лучше, чем кто-то там еще, Давидыч и так далее. Виталик, расскажи, какого она года? Это машина 2013 года, рассказал. Я буду как Аркаша валить. Конкретные по делу. А вы смотрели интервью с Реграцией? Посмотрите, там надо написать комментарий. Какого года, сколько ты ей уже владеешь? Покупал новую или бэушную? Сколько стоило? Покупал я ее бэушной, пробег 20 тысяч, когда я ее покупал. Ее покупал в Санкт-Петербурге в салоне. Искал такую прям живую машину выходного дня. Как потом получилось, использовал ее практически каждый день. Покупал я ее за 3,3, по-моему, миллиона рублей российских. На тот момент это было где-то порядка там, 50-52 тысяч долларов. Купил и наслаждался ее состоянием. Новая она стоила около сотни, да? Или чуть больше? Не, больше. Новая она стоила где-то 9-10 миллионов российских рублей. Она 13-го года? Да. А ты ее купил в каком? В 18-м году я купил. А ей сейчас 7 лет, получается? Да. А пробег сколько уже? 57 тысяч. 57 тысяч. А было 20? Да. Тачке 7 лет? Да. У тебя она, получается, года 2. Да. За это время и за этот пробег что-нибудь сломалось? То есть само, на что я не повлиял, да? Ну, я имею в виду, вот у меня была ситуация, когда меня немножко там занесло, вот, и я, короче, чуть-чуть встретил бордюр. Я вынес один радиатор, который стоит в бампере снизу, вынес бампер, грубо говоря, и вынес один рычаг. То есть, слава богу, что все открутили, ничего не надо было откручивать, там ни крылья, ни капот, ничего, ну, все в родной краске, кроме переднего бампера. Значит, она, кстати, вся в пленке, что ей позволяет сохранять вид, она абсолютно вся в пленке. Вот. В 2012 году ее владелец затянул в пленку за какие-то космические на тот момент деньги, и это стоило 7 тысяч долларов. Пленка здесь как бы, ну, с 2012 года держится, и по ней, ну, нет никаких нюансов. Но я считаю, это уровень, прям топчик. И все, вот куда я приезжаю на детейлинг на машине, все говорят, что пленкой затянута машина мега качественно. Вот. Сейчас, подожди. Извини, что перебил. Я, кстати, когда делал проходки, вот вы подумали о том, что она в пленке? Я не знал до этого момента. Я думаю, это вся бронированная пленка, да. Что в ней ломалось само, что за 57 тысяч вылезло. Вылез только один нюанс, но это, в принципе, расходник. Я поменял катушки зажигания, причем поменял их два раза. Первый раз поставил катушки Bosch, ну, мне сказали, типа, Bosch тоже крутые. Оригинала не было в наличии. Bosch через 2000 километров снова показал ошибку пропуска зажигания. Я поменял на оригинальные катушки, и проблема закончилась абсолютно. Их всего 8. 8, да, на каждый. То есть ты 16 поменял. Так и было. Все остальное по тачке вообще не было ни одного вопроса. Ну, колодки, там масло, фильтры, свечи, это разумеется. Насколько хватает колодок и дисков, если ты не по треку валишь? Честно, вот за этот пробег менял только задние колодки. По треку, наверное, быстрее это все закончится, но их нужно менять уже визуально, я думаю, по толщине, да? Но самому менять, там, чтобы они били, либо там что-то делали не так, нет, все четко. И тормозят эффективно. Понятно, что есть эффективнее тормоза. У них есть керамика, на версии Competition дополнительная опция есть керамика. В основном это встречалось в Grand Coupe. Все, в принципе, больше не делал ничего, кроме тюнинга. Тюнинг, конечно, делал. То, что отличает ее от стоковой машины, есть, значит, даунпайпы, сделанные в Max Performance. Почему я это делал? Я это делал не для того, чтобы ее мощность увеличилась. Я знаю, что у этих моторов есть проблема одна. Я живу в Москве, и очень часто я стою в пробке. И это бывает не только зимой, весной или осенью, это бывает еще и летом, что является самым страшным для этого мотора. Теплоотдача с помощью катализатора от мотора слабая, всегда очень сильно нагревается, так как турбины в развале блока. И это все дело сушит в этих моторах там какие-то трубки охлаждения, масла. И я знал точно, что нужно ставить даунпайпы, они разгружают мотор температурой, то есть все летит нафиг в выход. Значит, когда я поставил даунпайпы, естественно, нужно прошить машину для того, чтобы не горела ошибка. Ошибка, да. Все говорят, что эта тачка может что-то на чипе. Вот мы сделали Stage 2, сейчас у нее 680 сил, 100-200 она едет за 6,5 секунд. С места я не могу ее нормально замерить, у этих машин минус задний привод, да, то есть, ну как минус, так и плюс, то есть реально газ в пол, если нажимать, практически на любой резине, кроме какого-то гоночного слика, она будет до 100 км в час буксовать. Это мной проверено. На зимней резине она на 150, газ в пол, в комфортном режиме нажимаешь, она буксует. А еще из тюнинга я сделал, помимо стейджа, значит, поставил выхлоп Акропович, потому что в BMW есть минусы по сравнению там с теми тачками, к которым мы привыкли. Если равнять M, RS и AMG, в M-ке нет звука.
звука. И это все знают, да? С помощью Акроповича звук прибавляется и становится своим, со своим приколом. Этого звука достаточно, чтобы получать удовольствие. Я думаю, как-то так. А сколько он стоил? Насколько он легче? Это же титановый. Насколько он легче, я не знаю. Приехал я, короче, к ребятам. Москва, Запад, Тюнинг, там возле Гоши Турботех. Сняли мой выхлоп, его сносили. Мне сказали, давай, обязательно ты, как владелец, должен его снять свой и положить Акропович. Вот. И я взял, короче, Акроп, и я напрёкся. После своего думал, сейчас мне нужно будет тянуть вес. Он прям вообще, он ничего не весит по сравнению с родным выхлопом. В два раза это точно. Титан, он по-другому звучит. Да, в принципе, круче Акроповича я выхлопов, ну, на нее не знаю. Он стоил 490 тысяч, что-то такое, российских рублей. А это полная трасса, получается, от... От коллектор турбины, из турбин выходит даунпайп. А и оттуда уже Акропович пошел. А оттуда уже идет Акропович, да. Это все-таки спорткупе или какой-то гран-туризма класс? Вот гран-туризма. Для чего? Однозначно гран-туризм. Это ни хрена не спорткупе, у них есть М4 для этого задания, есть М2. Она мягкая, она очень круто отрабатывает, то есть на ней ежедневно ездить комфортно. Если устраивает ее посадка, потому что, в принципе, хоть это М6, сзади не сядет никто за мной вообще, там просто, ну, нет места. И многие говорят, что в М4 больше места в салоне, чем в М6, ну, не знаю. А ты как на ней передвигаешься? Расскажи ребятам. Ну, я использую все ее возможности. Он на ней катается только в городе, в Москве, да, ебаши там по развязочкам и так далее? Я езжу спокойно, все повороты, ну, если только снег лежит и чуть-чуть занесло. Да не, я не про это, я про то, ты расскажи пацанам, что ты из Минска в Москву приехал, а потом поедешь в Киев. То есть это далекое расстояние на М6. Да, да, да. Да меня прикалывает вообще. Я всегда, когда ехал на дрифт, вот когда этапы шли в Беларуси, я ехал из Москвы на М6. Ну, мне кажется, это какая-то такая правильная пацанская движуха. Прыгнуть в спорткупе и поехать на дрифт. Ну, да. Это круто. А загрузиться там в какой-то джип или кроссовер и ехать, короче, это не мое. Бус. С лафетом. Этим должны заниматься специально обученные люди. В М6 красиво, все мне нравится. Сел и по трассе прям наваливаешь. Конечно, по трассе она хуже, чем Панамера. Панамера держала дорогу интереснее гораздо. На трассе. То есть на Панамере на трассе любая скорость комфортна. А на этой тачке все-таки нужно чуть-чуть больше напрягаться, если едешь там. Когда выдача говорит 15-25 километров в час. Где-то в этом диапазоне. А у нее ограничитель на 25, да? Был. Понимаете, да? Был. Я разгонял ее в максимум, который мой же помер разрешил. Вот, это было на специальном участке трассы, там, где нет ограничения, между Санкт-Петербургом и Москвой. Там платная трасса. Эта машина едет 326 км в час. Это точно. Летом это было, в светлое время суток, как бы на платном участке, прямой абсолютно участок. Я не видел ни одной машины перед собой, сзади. Короче, я выжал все, что смог из нее. Я думаю, что 330, она 330-335, наверное, поедет, но это настолько страшная скорость, что я решил... Я для себя сделал, мне больше не надо, я в жизни больше разгоняться буду. Ну, если только когда-то у меня появится Bugatti, вот, тогда может быть. Коробка у тебя стоит какая? DSG, то есть механика, управляющаяся роботом, семиступенчатая. Мне все нравится по ней вообще. С ней не было проблем? Нет, так с этой коробкой в этих поколениях M5, F10 и эта тачка, с ними нет проблем. Из всего, что есть, внешне, значит, там краска, салон, короче, что-то за 7 лет с ней случилось, там что-то постарело, там салон, может, кожа где-то подзамялась. Расскажу, да, значит, вот все, кто пробовал такие салоны из этой кожи в этих BMW, короче, M5, M6, семерки, пятерки, разницы нет. Может, и в тройках такой салон есть, и в четверках, я не знаю. По кузову не было ни хрена, кроме вот передний бампер, но я ему помог. Вот, он крашен, да. Значит, по салону есть нюанс в этой белой коже. Ее реально нужно химчистить каждую замену масла. Вот прям я каждую замену масла знаю, что надо ездить. Ехать. А ты, кстати, как часто меняешь? 5000 километров. 5-7 тысяч километров. Если по трассе, 7 тысяч километров. Если по городу, в основном 5 тысяч километров езжу. То есть вот этот светлый салон, он, блядь, ну... Вот пачкается, я, да? Сделал химчистку буквально там, не знаю, совсем чуть-чуть, вот. И вот это вот будет всегда. В
Вот это будет всегда. Ну, это такая кожа, такой цвет, как бы. Ну, кстати, вот это вот за 50 тысяч еще нормально. Ну, обычно... Понимаю, но это уже как бы все равно не камильфо. Я столько за ним ухаживаю, что он должен вообще гореть огнем. В этом сиденье больше денег, чем в баке, наверное. Вот, поэтому... Вот так он должен выглядеть. Здесь все... Там даже это... Здесь даже, да. Такая пыльца. Да. Присутствует. Ну, кстати, да, посмотрите, места тут абсолютно нет. Место? Я же сижу вот так, то есть это сиденье никуда не ездит. Вот я закрываю, куда-то да. сесть. Руль я всегда мою тоже, ну, я не знаю, у каждого же свои руки, да, там я стараюсь всегда, когда сажусь в машину, мыть руки. То есть у некоторых садишься... Ну, приятно, чтобы было. Да, блестит, как бы, кожа должна быть текстурной, руль. Ну, я два раза мыл специальной химией. 57 тысяч, но он еще нормальный, но все равно. Кстати, вот эта вот кожа, самая крутая кожа, которую это я вообще... Напа? Это, я не знаю, что это за кожа, но вот такая вот кожа крутая. Потому что в новых BMW кожа на руле такая, блин, с какой-то текстурой кожи. И мне кажется, что она вообще выглядит как резиновая. А вот это вот прям на очень. Вот прям то, что надо. Мне очень нравится. Но никому не рекомендую такого цвета салон BMW. Почему? Потому что это реально проблема. Он всегда грязный, пачкается, его нужно мыть. Какой лучше брать? Да. Рыжий. Вот я тоже рыжим подумал. Салон. В этой тачке черный не пойдет. Почему? Потому что, ну, все-таки тут надо немножко выпендриваться. Ну, не то, что понтоваться, выпендриваться, но это машина. Ну, дарить эмоции должна тебе в любом случае. В принципе, у нас все хорошо, нас еще и пока не приняли за тонировку. Поехали быстрее, пока он кому-то пишет. Да, мы, короче, все, пацаны. Опа, впереди копы. Опа, мусора. Сука, то есть она не дает ей. Вот она начинает ехать, буксует все равно. Вы видели, да, где там стоял? У нас так-то было. Да мы, короче, просто так ее повесили, чтобы, если будет какая-то умная мысль, чтобы мы ее потом вставили. Короче, могу рассказать одну умную мысль по поводу этой тачки в плане денег. Вот сейчас реально каждый, конечно, там оценивает свои возможности по-всякому. Сегодня, на сегодняшний день эту машину реально можно купить за 40 тысяч долларов. Реально в сдатом состоянии. И этот момент очень тонкий, потому что, чтобы тебя что-то дальше удивило, нужно 80, минимум. Это E63S, который будет в таком же состоянии. Panamera Turbo нет, это 120. M5, да, но M5 это не то. M8 это еще 150 тысяч долларов, да, то есть получается. Большая дилемма, вот лично у меня она такая. Я хотел ее продавать. Почему? Потому что, ну, просто там, ну, условно заебало. Ну, так скажем, да, то есть, ну, условно, там, хочется новую эмоцию, там, другую машину, не столько в плане скорости, сколько в плане новизны салона, вот, мне это важно, там, мультимедиа и так далее. Новую BMW я не хочу, потому что она, не сильно она отличается. M8 может быть, но нужно много доплатить, не то чтобы я не могу это сделать, я не хочу этого делать, это доход денег, и она каждый месяц, если разобраться, будет терять просто гору, блин, вообще. И что я решил? С помощью своего еврейского подхода, короче. Я не еврей. Я купил на нее выхлоп, он добавил эмоций. Я сейчас на нее куплю лютые диски, кованые, там прям, чтобы, ну, просто фантастика была, короче. Я не буду вкладывать деньги в другую тачку, я лучше в дрифтовую тачку вложу деньги. Да, тем более есть две. Да, есть они, две. Да, и такие эмоции, что вот, да, и поэтому до 100 тысяч, короче, я буду гасить на этой тачке и продам ее вообще за бесценок, но зато весь ее ресурс выработаю я. Ну, у меня вот такое какое-то такое настроение. Каждый, конечно, по-своему распоряжается бюджетом, но я лучше деньги буду применять эффективно. И всегда в вопросе машины и денег, если машина не покупается там в 3 раза дешевле рыночной стоимости, лучше деньги. Я имею в виду в гражданских. Вот такая вот мысль у меня есть, потому что все, что лучше, это X2 стоимости этой тачки. Нахрена? Я вот честно скажу. Если не упираться в то, что я на этой машине езжу давно, если поставить эту тачку и рядом поставить E63 Mercedes, который я очень хотел купить, там прям уже смотрел, уже прям за одним ехал, и меня тогда, кстати, Аркаша отговорил. Короче, все, кто ездит на E63, знаете,
вы не сильно отличаетесь от армянского таксиста, который ездит на Е200 и говорит: я у Вася на 213-м, короче. Это полная хуйня вообще. А у нас, да, был такой в Сочи, помнишь? С выхлопом приехал. Да, да, да. Поэтому вот каждый конь, который купил себе Ешку, он сильно похож на того, кто купил там Е63. На этой тачке то же самое, да, согласен. Шестерка стоит условно там 25-30 тысяч долларов. М6 стоит 40, то есть, ну, 10 переплата. Но это уже, ну, она, конечно, старая, это, ну, не оправдание. Если бы я мог без проблем просто взять 50 тысяч долларов и выкинуть, не задумавшись, что я их мог по-другому применить, я бы, конечно, это сделал. Но нахуя тратить эти деньги? Если Ешку ставишь возле этой машины, и она, ну, ничем она не лучше, реально, визуально, она даже больше семейная какая-то тачка, в ней нет, блядь, какого-то изюма в дизайне. М8, S-ка, там, S-ку, понятно, там уже другой уровень, там вообще прикольнее. Но деньги стоят значительно больше, чем ты получаешь в замене этой тачки на что-то новее. Панамера новая, да, вопросов нет. Она интереснее, да, но это нужно еще 80, чтобы купить толковую Панамера Турбо. А 80 можно купить, к примеру, хорошую двушку в Минске. Вот я честно, я вот уже покупал эти машины. Они дешевеют со скоростью, я не знаю. Чувак купил тачку за 150 тысяч долларов где-то. Через 20 тысяч километров он мне ее продал за 50, 100 просцал. Ну, объективно. Да, за 5 лет. Да, поэтому, конечно, может быть, хочется постоянно ездить на четкой тачке, вообще не париться, что ты деньги теряешь, как с мобилой. Но до этого уровня надо вырасти. Я считаю, что такие тачки надо покупать, если ты долларовый миллионер. Но... новыми там. И то, блядь, это ебанутая покупка. Вот если 10 миллионов уже есть, и то ебанутая покупка. Лучше... она чуть потеряла. И ты знает, у каждого здесь... самый сок ее еще купил. Да, у каждого здесь своя методика, если честно. Я тоже понимаю людей, которые тратят, но покупают новую. Это педантичный подход. Ты сел и знаешь, что за этот руль никакая тварь не держалась. И жопой ничего, никто не сидел. Но с другой стороны, тот, кто ее перегонял по автовозу, уже сидел. Ну, пиздец, вот тут вот можно свихнуться. Короче, смысл такой. Каждый выбирает свою финансовую политику в покупках автомобилей. Это, блядь, часто спрашивают, сколько жрет эта тачка. Да хуй жрет, пиздец. Вот по ощущениям, просто пиздец какой-то. А Москва-Минск? Москва-Минск. Сколько? Нет, сколько вот именно расход, я не знаю. Давай, 16 литров на 100, но это же, блядь, и город, и трасса. Жрет она, блядь, немало. Вот на ее вес и так далее, ну как-то вот так вот она... Но она весит 2 тонны. GLE купе 63, жрет, блядь, что-то подобное. Панамера жрала точно меньше. Хотя полный привод еще тяжелее. Но вообще... Похую. Смотри, мы сейчас чуть подостанем, да? И я ебну. Ну, вот по трассе, как она едет. Мы едем сейчас 70, да? Нам скоро сворачивается дверь, да? Вот, для этого поеду. Да, пацаны, реально. Спасибо. Было 10. Ну ладно. Было 10. 21. Я так быстро еще не ускорял. Ты понимаешь, как она дальше едет? Я успел, но... Это пиздец. Вся. 15. Вау. Сейчас мы еще выхлоп в лесу для вас поснимем. Там где тихо. Ребят, это был... Ай, потом расскажу. Заебись, он так уехал, да? Что сказать? Тачка эмоция. Спасибо, что посмотрели видос. Я надеюсь, вы вынесли для себя из этого видео какие-то полезные знания и опыт, передаваемый Виталиком вам. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу М6. И всем пока!